Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, я хотела бы вам рассказать заговор на вещий сон, который проводится 18 декабря, в канун 19 декабря. 19 декабря у нас большой праздник Никола зимний. И вот чтобы увидеть вещий сон, 18 декабря вечером, когда вы ложитесь спать, вы должны будете сказать следующий заговор. Конечно же, этот заговор я оставлю в описании к этому видео, и вы все сможете его прочитать. «Лягу я, раб Божий, имя называете свое, на Сионских горах во святой церкви. Трех ангелов кладу в головах, одного подсматривать, другого подслушивать, а третьего рассказывать. Расскажи мне, Николай Угодник, зелье от болезни во веки веков. Аминь». Вот такой несложный заговор, но все-таки я хотела бы еще сказать некоторые правила. Если вы подходите к каждому ритуалу, в общем-то, с особой важностью и с деловитостью, я бы сказала, да, очень серьезно подходите к ритуалу, то, конечно же, вы должны до этого ритуала, ну, как минимум, целый день 18 декабря, это как минимум, да, не есть мясо кровное, то есть у нас тем более, что идет рождественский пост, не пить спиртных напитков и, в общем-то, ограничить себя сексом в этот день. Но по-хорошему, чтобы все ритуалы ваши хорошо проходили, нужно 3 дня до и 3 дня после ограничить себя мясо, секс и алкоголь. Но еще раз повторюсь, все-таки сейчас идет у нас рождественский пост, и так мы должны есть скромную пищу. Поэтому, если вы хотите увидеть вещий сон, соблюдайте все правила и, поверьте, обязательно увидите сон, который вы так долго ждете. Именно, может быть, какую-то подсказку получить от высших сил. Но, конечно, если вы наелись, набили желудок, напились спиртного, еще и сексом позанимались, поверьте, ну тут уже не до вещего сна, как вы понимаете, абсолютно. Поэтому проводите день в молитвах, в предстоящем ритуале, думайте об этом и обязательно увидите то, что вы хотите. Еще, конечно же, дорогие мои друзья, обязательно посмотрите у меня плейлист «Праздники, ритуалы». Я последние несколько дней выкладываю множество ритуалов, которые вы можете сделать 18 декабря и 19 декабря. Не упустите это время, потому что такие сильные праздники, это два сильных праздника, это 22 мая у нас Николай Вешний и 19 декабря Николай Зимний. Это очень сильные дни и сильные праздники. Посмотрите, сколько ритуалов я даю и чистка, ритуалы онлайн, которые будут у нас 19 декабря. Я записала специально пораньше, чтобы вы успели подготовиться. Смотрите во благо, пользуйтесь во благо, будьте здоровы и счастливы. Я всем вам желаю без исключения, дорогие мои друзья, здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока!